Все, наконец-то мы спустились, дошли до лесу. А теперь я хочу вам рассказать про наших местных, можно сказать, страшных животных. Называются они бурундуки. И они водятся в нашем лесу. И почему их называют страшные? Они по ночам забираются в дома, они знают, что такое холодильник, открывают холодильник и все подряд, все, что видят, они все гребут ночью, пока никто, несут в лес. И потом все, что им не нужно, несъедобно, они просто выбрасывают и остальное все съедают. Поэтому очень в нашем лесу можно найти много чего интересного и даже съедобного, то, что не съели бурундуки. Так, сейчас найдем. Я уверена, что нам сегодня повезет, и мы что-нибудь найдем. Я нашла. Я реально нашла, вы не поверите. Класс, вот это удача. Это же то, что надо, ребята. Смотрите. Класс. Так, идем дальше. Так, подмыху я взяла. Так, что-то... Ребята, еще одна. Ё-моё. Вечер перестает быть томным. Еще одна. Во, я мама. Мама! Я нашла! Я нашла то, что бурундуки! Смотри! То, что бурундуки не съели, выбросили. Во! Класс! Ребята, все. Все. Я думаю, сегодня съемка точно окончена. Подкинула, не поймала. Простите.